Думаю, что Свин доволен, перерождение удается, правда? Ну и сейчас вот... Да, да, Никонов! И где у нас господин Никонов? Что, потерялся? Спасибо! А? Никонов, на сцену! Дима! Дим! Вот думал, что будет легко. Реально потерялся. Давайте вместе позовем. Нав! Никонов! Никонов! Я сам спокойно. Страна — это сразу все страны. Дворцы неоновые, рекламы. Река сколоченная в гранит. Шум времени очень похожий на крик. Время, в котором, как в светофоре, снизу на самый верх. Прошлое полное жизни, настоящее яркое пятно и будущее одно на всех. Ни одного достойного варианта. Этот город уже ослеп. Дворники усыпили гирлянды, и даже фонари научились светить тусклее. Надо учиться маскироваться, завязать или наоборот развязаться, влиться в поток людей. Впрочем, в этом месяце не отличишь дня от ночи и музыки от стихов, нормальных людей от сволочи. В жарком пламени кабаков любовь — это просто кусок пизды. Мы сходили с ума от холода, в это время года не разводят мосты, и всех девчонок увезли из города. Я присутствовал при расстреле, их раздели догола. Они были приговорены и в ладошках прятали груди. Расстрелом командовал президент великой страны Владимир Владимирович Путин. Да-да, Путин ваш президент. Ни дня без строчки, ночью в этом городе без заточки и глотка коньяка. Разве можно гулять, если б не русские проститутки? Давно удавился, блять! Это лезут из горла чернила на бумагу или глаза. Все равно не увидите, как красиво сосало. Главное, не подцепи заразу, сказал мой друг и скрутил папиросу. В ней далекая южная страна, где стреляют и удивляются, как сочетание красного и зеленого закручивается в косяк. Начало весны обещает обычную пьянку, полумесяц на изумруде пивных бутылок, долги, которые ненавижу. Сюда бы сейчас лесбиянку с подружкой, и чтобы они, все равно денег нет, и мы курили траву одни, то есть я и мои друзья в середине планеты, и тем самым оправдывали ее назначение в комнате с голубыми обоями. Где вы, шлюхи в прозрачных сорочках? За это ни дня без строчки, пусть они даже будут помоями. Атеизм и прокладки Always — это суперкомфорт. Очередной Макдональдс пихают в открытый рот, когда подыхают с голода, потому что нельзя работать. Свастика — это знак доллара на пропагандистских банкнотах. И руки трясутся от злости, от ненависти к сытой мрази, которая ходит в гости, устраивает праздники. У стада свои законы, поэтому счастья нет. Прожектор из ямы промышленной зоны вырезает на небе след. Конформизм поколения ясен, потому что короткое лето, и поэтому так прекрасны огни моего гетто. Я зашел к этим торчкам просто от нечего делать, и словно попал в капкан наркотиков, шлюх и денег. 3,5 дня мы с ними бухали, торчали, все вещи в глазах у меня кричали.
Происходящее было как триллер, с привычно плохим монтажом. Пацаны зарубались, а девки выли, как будто их режут ножом. Одна из них, Сидом Лив Тейлор, корчила из себя звезду, но я ей один хуй не верил, расценивая как пизду. Я кинул в нее сигарету, а сам пошел на балкон. Синий балтийский ветер сопровождал этот сон. Она побежала за мной, полезла мне в джинсы нагло. Я ей сказал: иди домой, а проще пошла ты нахуй. И тут она прыгнула вниз, игра оказалась грязной, а солнце, цепляя карниз, висело кровавой кляксой. Еще! Одиссея! Итак, поднимавшийся по лестнице человек, время 12 декабря, 21 век, как любой обыватель, мудак. Итак, он поднимается по лестнице, о, стены обоссанные и разрисованные знаками, матерной руганью, именами и объяснениями в любви. Грязные стены блошных домов, они притягивают, как магнит, уличный шум, пустоту мира. Квартира полыхает от понимания тайны. В ней человек поднимается по лестнице на самый верх, то есть на самый последний этаж. Расстояние в 365 дней. Ругань и саботаж, где цифры танцуют и время враг. И так он стучит в эту дверь, мудак. Что его там ждет, кроме магнитофона, компьютера, телевизора, радио, видео, микроволновой печки? Девки, которую любить надо. Я ненавижу этого гада. Итак, дверь открывается, лай собак врывается вместе с вонью парадной. В моем государстве, то есть в холодной и грязной стране, где ничего не светит вам никогда, всегда, люди ходят с серыми лицами. Некоторых тормозит милиция, некоторых даже отпускают или пинают в своих отделениях менты моего поколения. Он вошел, она радостно шепчет: здравствуй, вот картина мелодраматической срани. Хотя он для нее, возможно, станет кем-то вроде Улиса, которого не было год, и теперь он вернулся. Фонари в подворотной пинают в живот улицу, и черный магнитофон страдает музыкой прошлого тысячелетия в комнате из 18 метров. В определенном смысле ее ровесница, если метрическую систему перевести в года, и они говорят, что всегда будут друг друга любить, меня начинает тошнить. Хватит пиздеть! Иди разбивай витрины, если ты социально против. Хватит пиздеть, выеби свою сестру, если тебе на все плевать. Хватит пиздеть, блять, ты можешь только жрать пиво, работать на ебаную систему, знаю, чтобы хоть что-то иметь. Поэтому, блять, заклинаю, хватит пиздеть. Спасибо. Я проткнул свою руку шилом, и теперь вся ладонь занемела. Я хотел, чтобы было красиво, хоть и выглядит скверно. Пьяная мразь злорадствовала. Тоже мне горе, а кровь текла по канализации в Балтийское море. Я мечтал видеть их повешенными, всех, кто меня окружал, перестрелять, как собак бешеных. Один из них мне сказал: ты говно, ты никому не нужен. Я ответил, что нужен всем, а в его зрачках суженных отсвечивал Вифлеем. Потом я бил ему морду, а меня оттаскивали бляди, одну из которых, походу, я отодрал. На кровати в прокуренной комнате я проснулся, окошко царапал снег, люди ходили по улицам, среди них был только один человек. Он зашел в эту комнату! Мне стало плохо. Кажется, это было воскресенье. Он схватил мою руку. Послушай, Леха, я русский поэт Сергей Есенин, оставит меня! Закричал я в ужасе. Ты повесился еще в прошлом веке, предварительно вырезав вены. И комната кружится, выворачивая свои стены. Мир предложение выразив: идите вы все нахуй, междугородным вызовом, я тебя все равно трахну. Твои одноклассники видели вселенной пизду, распластанную между кривыми рамами тебя, невозможную, грязную, вымаранную моими самыми точными прогнозами революции. Они бы тогда закончили тысячами полюций.
для девушек. Ты повзрослеешь, это очевидно. И вовсе не обидно, что сморщится прекрасный рот и вылезет живот. Сейчас ты молода, весь мир тебе. Но я пою хвалу судьбе, что приготовила такое испытание. Стать взрослой, перестать шутить и приступить к тому, что значит жить. Рожать детей и шить подушки. И ты, и все твои подружки обречены судьбой старух. И вместо белых тонких рук к морщинистым ладоням так за искусством мстит природа. И вот однажды в мартабре 2000 какого года на лавке старой во дворе, встречая мне неведомое лето, ты вспомнишь, вспомнишь обо мне, ты проклянешь несчастного поэта.